Где твои родители, дорогуша? Они живут в Адонете, тетушка. Если они позвонят, поблагодари их, пожалуйста. Они вырастили прекрасного сына. Надеюсь, Аллах будет доволен ими. Да, я скажу. Но главное, чтобы вы вылечились, чтобы с вами было все нормально. Надеюсь, у тебя в жизни все будет хорошо, дорогуша. Я не знаю, как отблагодарить тебя. Ну что вы? Вы ведь матушка. Это мы, что бы ни пытались сделать, не сможем вас отблагодарить. Послушай меня, сынок. Молодец. Говоришь ты, конечно, ласково. Но мы перейдем к главному вопросу. Господин Яшар, чтобы беречь дочь от тебя, перенес ее вот сюда, в деревушку. А ты, молодец, и тут быстро поселился. Чему ты пытаешься добиться, сынок? Если бы не Ягыз, моя мама умерла, тетя Разия. Не дай бог, доченька, что это за слова, такие смерть и так далее. А что, я вру? В таком случае, что моя мама делает здесь? Ладно, ладно. Это не место для таких разговоров. Я, с вашего позволения, пойду уже. А вы хорошенько отдохните. Если вам будет нужна моя помощь, не будет нужна, брат. Не будет нужна. Видишь, мы здесь. Ты тоже давай, топай отсюда, давай. Спасибо еще раз, дитя. Надеюсь, Аллах исполнит все твои мечты. Спасибо. Берегите себя. А я провожу тебя. Ягыз. На самом деле, мама права. Как бы мы ни старались, мы сможем отплатить тебе. Ну хотя бы ты начинай, Эйлюль. Об этом и речи быть не может. К тому же не люблю я вот так прощаться, знаешь? Я тоже. Но ты смотри с хорошей стороны. Нам больше не надо убегать и скрываться ото всех. Да. Слушай, будь уверена, твоя мама быстро выздоровеет, с ней будет все нормально. Смотри, смотри, внимательно смотри, как можно завоевать девушку. Этот парень завоевал сердце ее матери и потихоньку завоевывает ее сердце. А ты продолжай вот так стоять на месте. Нам нужно найти какое-нибудь слабое место этого бродяги, сынок. Возможно. Пойдем. Вот увидишь, они поженятся. А ты так и будешь, как неудачник, смотреть на них издали. Мама, не ставь меня орать при всех. И так вся кровь в голову пошла. Я не допущу, чтобы Эйлюль досталась ему. Мы что-нибудь придумаем, понимаешь?